Ребят, всем привет! Смотрите, погода у нас более-менее хорошая, 17 градусов с бортом. Двигаемся мы в центр Адлера. И давайте поговорим по поводу разъяснений, что такое жилое помещение, что такое апартаменты, что такое статус квартиры. Статус квартиры, я так понимаю, вам всем знаком. Но так как по объявлению вы смотрите достаточно какие-то дешевые предложения за 2, за 3, там, за 4 миллиона рублей, то чаще всего это жилое помещение. Да, вы видите само помещение, да, вы видите коммуникации, да, могут быть и счетчики отдельно все стоять, и подъезды, и вы можете придомовую территорию увидеть, которая будет очень похожа, так сказать, на стандарт квартиры. Но это может быть жилое помещение. Чем оно опасно, как некоторые пишут, вытекающие какие-то последствия, которых я, в принципе, как бы, ну, еще особо таких не встречал. Давайте поговорим. Но, во-первых, статус жилое помещение. Это частный дом на земле ИЖС, который построили согласно разрешению на строительство. Кто-то вводил его через суд, например, вводил в эксплуатацию сам частный дом, нарушая, допустим, какую-то этажность, подавая документы на реконструкцию, и через суд эту этажность как бы узаканивали и получали документы на сам дом. В дальнейшем застройщик для того, чтобы выделить отдельные жилые помещения, для того, чтобы получить отдельный кадастровый номер на каждое жилое помещение, а не просто долю выписать, да, проходил через судопроизводство, которое путем, так сказать, судебных разбирательств выносили решение о выделенных жилых помещениях. То есть в самом жилом помещении, с выделенными, так сказать, жилыми помещениями, да, с присвоением кадастрового номера, вам не нужно будет, в отличие от доли, спрашивать у всех собственников, можно ли мне продать вот свое, допустим, там помещение. Поэтому здесь немножко есть в этом, ну, даже не немножко, а огромная разница между домами, которые там могут на 10, допустим, собственников сделать просто доли, у них будет один счетчик, по которому они все оплачивают, то есть на электричество, на воду там, например, да, и на газ. Вот, это вот что касаемо разница между жилыми выделенными помещениями и просто дом, в котором есть доля. Естественно, при выделенном жилом помещении у вас есть право собственности с отдельным кадастровым номером, а также у вас есть выписка на долю земельного участка, согласно сколько там выделено этих помещений. Допустим, если этот дом разделен на 30 выделенных жилых помещений, то там будет у вас 1/30 доля земельного участка, на котором стоит сам дом. Поэтому, чтобы это было понятно, при выделенных жилых помещениях, так же как и со статусом квартиры, можно разделить лицевые счета, чтобы у вас был отдельный водомерный счетчик, чтобы у вас отдельный был электрический счетчик, чтобы у вас отдельный был счетчик по газу или газовому котлу, там, например, да? То есть, соответственно, все это у вас получается отдельно, так же, как в квартире. Вот статус квартиры, вы все прекрасно понимаете, что это такое. Это многоквартирный дом на арендованной земле, который построил, там, например, застройщик. И, соответственно, у вас право собственности только самой квартиры. Тоже, кстати, жилого помещения. Если вы посмотрите выписки, у вас указывается жилое помещение и где-то указывается квартира, допустим. А там просто жилое помещение, жилое помещение. Что касаемо каких-то определенных рисков с покупкой жилого помещения. Ну, в первую очередь, вам надо понимать, разделены ли счета по коммунальным платежам, да? То есть, если уже все согласовано, разделено. Какие выданы мощности для жилого помещения, потому что застройщики, те, которые сейчас могут строить подобные помещения, частные дома даже, да, пусть даже не превышая вот эти вот 300 там квадратных метров разрешения, которое выдается для строительства, да, у них может быть проблемы с подключением коммуникациями в должном объеме. Например, в частный дом подсоединяется только 15 киловатт
электроэнергия. Конечно, можно увеличить, это отдельно нужно писать заявление и так далее, но до предельных как-то, так сказать, значений. То есть не просто так вы пришли и сказали, дайте мне 50 киловатт, мне охота, вот, как бы, чтобы у меня было просто 50 киловатт трехфазного электроснабжения. То есть, соответственно, с вас спросят, а зачем и так далее. Также то же самое и касается, например, подсоединения в должном объеме по водоснабжению, по канализации, там, например, по газификации и так далее. То есть, например, если статус жилого помещения подразумевает индивидуальное газовое отопление, то, по сути дела, вы можете, ну, как бы, и застройщик, если предусмотрел индивидуальные газовые котлы, то, естественно, только при разделении лицевых щитов вам подключат этот газ, а не просто так, что вам пришли, разводку сделали, и вы там по счетчику будете платить. Нет, только должны быть лицевые щита разделены. Соответственно, это все, и вода, и свет, и все остальное. Если у вас будет доля в доме, то у вас не будет индивидуального газового отопления. Ну, это вы же понимаете, да? Потому что у вас один счетчик на газ, один счетчик на воду, один счетчик на электричество. У вас доля, все. И, соответственно, с долями сложнее продать свою недвижимость в будущем, потому что вы обращаетесь в первую очередь к собственникам жилья, которые там находятся, уже потом получаете у них одобрение на продажу, что они не против, и тогда только продаете. Есть еще такая фишка, когда говорят, что да нет, там уже сразу нотариальное согласие, это все чушь, на самом деле это, так сказать, для продажи. Потом, если человек продал другому, он скажет, например, а я такого согласия раньше никому не давал, поэтому, извините, я не даю такого одобрения. Следующим статус квартиры, как я уже сказал, это обычный многоквартирный дом, который строили либо по ФЗ 214, либо по разрешению на земле, которая, так сказать, назначение земли предусмотрено строительством многоквартирного дома. Он может быть и трехэтажным, но при этом будет многоквартирный дом. Поэтому здесь всем ситуация понятна. Вот. И, конечно же, в отличие от жилого помещения, либо долю в доме, да, не резидент Российской Федерации, то есть не гражданин, так сказать, Российской Федерации, не может приобрести земельный участок, частный дом, где земельный участок в собственности, либо жилое помещение, соответственно, где тоже земля, доля земельного участка у вас в собственности. Вот в чем основное различие. Что касаемо апартаментов, да, здесь более сложная ситуация, потому что есть апартаменты, которые строят гостиницы, там тоже статус апартамента, если это выделяется право собственности на вас. Но там понятное дело, что для проживания, для отдыха и так далее с всей инфраструктуры. То, что многие строят нежилые помещения и называют это апартаментами, ну, не знаю, вы знаете, вот, ну, с юридической точки зрения нежилое помещение, оно может быть и гаражом, да, а потом вы раз, окна вставили, и вот вам, грубо говоря, апартамент, да, и часто всего так делают. Вот, ну, вы напишите свой комментарий, как вы считаете, вот, насчет этого нежилого помещения, да. Ну, и также апартамент отличается от статуса квартиры и от жилого помещения, хотя бы потому, что, во-первых, там нельзя прописаться, это раз, во-вторых, там совсем другие технологии строительства, то есть ГОСТы и так далее, и что касаемо управляющей компании, которая выставляет свои требования, да, по апартаментам и по жилым помещениям. То есть это и режим тишины, и все остальное, и голосование по правам собственники, там, по каким-то коммунальным платежам, обслуживанию и так далее. То есть здесь как-то немножко по-другому, поэтому здесь тоже надо обратить на это внимание. Вот, покупать ли жилое помещение, можно ли, или какой-то там страх сноса. Я вам напомню, что в 20-х годах, начало, да, у нас началась тут перетрубация в Сочи, и, соответственно, в 2020-м, по-моему, да, у нас пошли сносы определенных домов, которые построили на земле ИЖС. Так вот, я вам скажу, что эти дома строили изначально по разрешению строительства на 3 этажа, а превышал застройщик для того, чтобы он, как сказать, для того, чтобы он изначально пошел на реконструкцию. Поэтому, конечно, здесь он нарушал, например, вводил его в эксплуатацию через суд. В итоге получал статус квартиры, потому что он менял назначение земли. И вот такие вот именно незаконные строительства
конечно же, сносили. Это не означает, что все дома, которые построили на ИЖС и имеют статус сейчас квартиры, которые переоформили, обязательно снесут. Нет, но у таких домов повышенный риск, я вам так скажу. А вот жилое помещение, еще не одно, которое узаконено, которое получили право собственности, там, где прописаны были люди, проживали, еще не снесли. Потому что, чтобы вы понимали, юридически, еще раз повторю, жилое помещение – это частный дом. Частный дом с выделенными жилыми помещениями. Даже у вас будет в договоре купли-продажи это прописано. То есть это частный дом. И частный дом, чтобы снести, это, на это должны быть веские основания. То есть ваш дом могут снести, если вы нарушаете, допустим, какую-то этажность. Но если вы его узаконили по закону, по реконструкции, и у вас есть решение суда о том, что оно законно, то это решение суда очень сложно отменить, в отличие от квартиры. Понимаете? Но хорошо, допустим, если администрации так необходимо снести ваше жилое помещение. А для чего оно его будет сносить? Либо земля ему нужна, либо еще что-то. Землю под многоквартирный дом, например, да, администрации проще забрать, потому что эта земля находится в аренде у государства, правильно? А здесь земля находится у собственников, и причем в долевой собственности. То есть, чтобы этой землей в дальнейшем воспользоваться, нужно согласие всех собственников. А право собственности у нас никто по Конституции еще не отменял. Поэтому даже если бы предположить, что снесут, например, жилое помещение, то надо подумать, а зачем это нужно вообще? И тогда должны посыпаться все остальные. А кроме еще просто жилых помещений, где уже давно люди живут, ну, уже больше 10 лет многие живут, то, по сути дела, у нас есть что еще сносить. Есть, вот сносить мы сейчас вот едем какие-то вот эти вот, ну, не апартаменты, их не назовешь, ну, гаражи, например, да, какие-то там склады. Вот это, пожалуйста, да, это же проще сносить, чем куча собственников, которые, естественно, поднимут бучу и так далее. Но еще раз повторюсь, у нас снести могут все, что угодно. И я хочу в этом видео подчеркнуть, что я никого не убалтываю покупать жилое помещение. То есть почему? Потому что если у вас хватает на статус квартиры, пожалуйста, покупайте статус квартиры, который подразумевает, что у вас будет там бюджет, например, от 6 миллионов рублей, там где-нибудь во Флоре в летнем можно подобрать что-то, да, небольшой площади. И не надо скулить, что это отдаленное какое-то место от моря, там, что вам, так сказать, не хватает той инфраструктуры, которую еще не построили, но зато это статус квартиры. То есть, пожалуйста, либо вы ищете какую-то там, не знаю, коммуналку, например, это тоже подразумевается статус квартиры. Пусть даже если это зачуханная какая-нибудь, я не знаю, там вторичка, понимаете? То есть коммуналка, да? Пожалуйста, то есть все в ваших руках. Вот. Что касаемо, еще раз скажу по поводу апартаментов. Да, в апартаментах здесь тоже есть определенная черта. Их начали строить сейчас. Камеру разверну. Их начали строить на земле ИЖС у черта на куличках. То есть, если были такие вот, ну, предложения, которые находятся там в селе где-нибудь. То есть, сейчас построить жилое помещение у застройщиков не получается. Они меняют назначение земли. Ну, сейчас так проще, да, назначение земли именно под коммерческое помещение поменять. Они меняют, строят там, получается, по разрешению на строительство именно трехэтажного, например, какого-то здания. Также его делят на какие-то помещения, которые считаются нежилыми, и подключают туда коммуникации, соответственно, воду, канализацию там, возможно, да, и используют под жилое помещение. Вот здесь вопрос. У администрации рано или поздно тоже возникнет такой вопрос. А что это за такое вот помещение? Как оно, так сказать, назначение земли, каким образом меняли его и так далее. Вы помните с Америтинскими высотами, какая вот произошла ситуация? То есть со статусом квартиры строился ФЗ объект. И весь вопрос стал в том, что незаконно была переоформлена земля. Земля под многоквартирный дом, если я не ошибаюсь, поправьте меня, из земли другого назначения, сельхозназначения. Если я не прав, но поправьте меня. Так вот, просто наложили арест, просто возбудили, так сказать, уголовное дело, кто это все назначение земли менял, и произошла вот такая ситуация, которая до сих пор еще не решена.
может произойти всяко угодно. Поэтому, если у вас есть 5-6 миллионов рублей, и вы не хотите рисковать, покупайте, пожалуйста, статус квартиры. Но если вы нашли жилое помещение, которое построено давно, и вас устраивает и локация, и вы понимаете, что в принципе в Сочи достаточно много таких жилых помещений построено, и вы берете на себя обязательство, так сказать, восприятие того, что если вдруг сносить что-то будет повально, то не надо будет винить риэлтора. Как бы вы должны это взять на себя. В том числе и те люди, которые, опять же, нежилое помещение покупают в ЖСК, например. Они изначально понимают, что прописаться там нельзя, что многие все живут. И что если будут сносить, ну, что поделаешь. То есть выплатят определенную какую-то кадастровую стоимость и все. Ребят, если вам понравилось видео, поставьте лайк, пишите в комментариях ваше мнение. Ну, а мы приехали сюда в столовую, которая расположена на Авиационной. Все, удачи, пока.